мы это умеем, на политике уже. Просить кого-нибудь еще. Я уже пенсионерка, так что. Халфсайла Урикша? Неси халфсайла. Выкинул халфа козмет этот фильм. Народ должен. Почему народ должен делать? Ну иначе будет как у нас в России. А вы откуда? Из России пришли? Да, из Волгограда. Ну, халық сайлан дұрыс бар. Дұрыс сайланбаса, ана халық қайтан түсінбей жүреді, оны типа біздің қатынасымыз жоқ деген сияқты. Вы знаете, это трудный вопрос. Жители все должны выбирать, а не депутаты. Я вообще их знать не знаю, наших акимов, потому что они не появляются на людях, и они, мне кажется, только для себя живут. Пока. Халық сайлан дұрыс қой. Не себе халық сайлан дұрыс. Халықтың жағдайын білгің керек қой. Облыс әкімі халыққа ғана дұрыс шығады. Неге олай болады? Не себепті деп ойлайсыз? Себеп халыққа. Халыққа жақын болады. Бүкіл проблемаларды смело айтуға болатын шығар просто. Аналарға білмеймін, не достучаться, кажется. Когда выбирает не народ, народ не может повлиять. А есть такие моменты, которые очень важны для нашей области, для нашего города, которые народ знает, у которого голова болит на этот счет, но никак повлиять не может. Донести свою точку зрения и быть услышанным. Это было бы хорошо, если бы умирал народ. Ну, народ, он, в принципе, готов. Он, ну, я не знаю, первый раз, может быть, будет что-то как-то не так, но все равно этот процесс должен со временем налаживаться, потому что, например, как с выборами тоже, да, нужно, чтобы было из кого выбирать. Если будут свободные выборы народа, то тогда потенциальные кандидаты, они уже будут, так сказать, искать возможность донести свое мнение до народа. У них будет смысл и стимул для того, чтобы каким-то образом вести свою деятельность активную, общественную.